Все, капут вам! Да, это я! Как я накатилась в такой жизни? Что ж... Бабульки наши! Выходите с поднятыми руками! Мы знаем, что вы здесь, банда маленьких кошмариков! Вы окружены! Пошел. Куда ты пошел? Стоять! Мы же окружены, нам конец! Так, Иной, сейчас я что-нибудь придумаю. Точно, мы оставим деньги там. А нету денег, нету лик, мы чистые! Нас отпустят, и мы вернемся за бабашками! Это ты гений! Поэтому в нашей банде я глава! Так, ну-ка, найди! Яблочко! Ага, вот вы где! Руки вверх! Молодец, да? Мы сдаемся! 24 hours later. Спасибо, командир! А руку лезь подать, а? Сумка, запах свободы! Чувствуешь, да? Пока! Чтоб больше мне не попадались! Ага! Давай сюда наши денежки! Их нету! Чё значит нету? Чё со мной шутки решил жить, да? Ну и правда нету! Не может быть! Ничего не видно! Я сейчас! Привет. Привет. Вот он, я его вижу. Что там? Рюкзак у той девчонки. Побежали. И чё мы тут делаем, а? Не переживай, Эмбридж, сейчас с ним разберусь. Слышишь ты? Вы так умеете? Давай ты! Чувак! А, я понял, кто вы! Вы няньки, которых я нанял. А что вы так странно одеты? А, да мы сейчас, секунду! Как ты это сделала? Я учительница со стажем, мисс Эмбридж, из маленьких кошмаров. А это привет, сосед, а вернее трудовик в школе, Тедо. Ну, отлично, учитель трудовик. Пойдемте. Так, что мы должны делать? Вы должны следить, чтобы вот эти двое... Это мое. Ну, чтобы они это... Что? Ну? Что? Губы не красили.
Ну, Ой, вот что. Понятно, чтобы учебой занимались, а не вот эти все поцелуйчики, обнимашки. Кого отвечаете оба, понятно? Хорошо, что не шеи. Все, я пошел. Поняли. Ты куда? Стоять! Ты слышала? Головой отвечаем, да, вот эти иду? Идиот, мы тут не за этим. Мы за своими деньгами, они же у нас украли их. Так, слушай сюда, мы устраиваем им несчастный случай. Понял? И заберем денежку. Ага, несчастный случай. А что с поцелуями? Ой, все! Че, все? Так следи за ними или нет, я не пойму, что делать. Ты слышала, твой папа все никак не угомонится. Опять нянек нанял. Ничего, и от этих избавимся. Так, я пошла искать рюкзак с деньгами, а ты разберись с ними. Понял! Так, где эти двое? Ага, вот они, голубки. А вот и Эмбридж наверху денежку ищет. Молодец. Так. Ветер погрешишь, чуть повыше возьму. Ребята, скорее помогите Киба получить этот вкусный бутер. Ваши лайки помогут. Скорее ставьте больше. Молодцы! Все, капут вам. Может, поедим, а потом со свежими силами поймаем их? Хорошо, я и правда голодная. Так, передай мне, пожалуйста, оранжевые роллы. Вот это тут какая-то. Привет и пока. Приветики. Ты че, идиот, радуешься? Они ж не просто там так с клеем сидели. Надо проверить. Не понимаю! Ты что, смешно, что ли? Да. Помоги мне ее надрать! Знаете, тебе смешно, да? Да нет, тебе! Что они сделали? Это все они! Ну я покажу им сейчас, покажу! Где они? Это все?
больше ничего нет. Да, мы сдаемся. Ага, можете все забирать и идти домой. У нас и правда ничего нету. Есть, правда, кое-что? Тихо! Хватай их! Понял! Я побегу на улицу, вдруг они сбегут! Отсюда полезу и схвачу. Эмбридж будет довольна. Миссис Эмбридж будет довольна. Уже высоты боюсь. Ну чё там? Я застрял! Ты чё? Ты чё? Я тебя спасу, мисс Эмбридж! Гляди, да это не няньки, это преступники. Наши деньги, ну верните их! Какие деньги? Смотрите, там рюкзак, офицер! Там наши деньги! Она воровка! Сейчас все проверю. Это правда? Ну тут минимум 7 классов. Это просто рюкзак школьников, но хламона держите. Что? А где деньги? Какие деньги? Мои деньги! Будь вы прокляты! Деньги, мои деньги. Ладно. Вы так умеете? Вилка, вилка. Не получилось. Уже высоты боюсь. Вот. Ты чё? Ну, вы чё, вы должны были. Ну, слишком делала, да. Камера у меня. Пришёл прям. Ты слышал, твой папа вообще не осмелил. Что? Кто я? Что ты там сказал? Осел я? Что ты сказал? Ты пойдем выйдем, да? Давай, промахнул салон, подожди. Я не знаю, да, не мог попасть, извини. Злобно обнешься. Поехали. Берег наш сказочный, где живут белые чайки.